Сегодня у нас в гостях Ольга Латяева, менеджер по маркетингу электронного издательства Com.info. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Некоторое время назад вы уже рассказывали у нас в студии о рынке мультимедийных продуктов. Как меняется рынок? Рынок растет и развивается очень бурно и стремительно. На нем по-прежнему очень интересно работать. В первую очередь выросло количество дисков, предлагаемых сейчас пользователю на полках наших магазинов. Изменились объемы тиражей. То есть если раньше самый даже лучший диск в России продавался тиражом не более 3000 экземпляров, то теперь уже возник вопрос о возможности продажи 5, 10 и более тысяч штук. В тематиках, вероятно, по-прежнему наибольшей популярностью пользуются диски энциклопедического, развлекательного и обучающего характера. А что нового появилось? В издательстве Com.info вышли три различных энциклопедических продукта. Это основное наше направление развития. Среди этих энциклопедических продуктов историческая энциклопедия династии Романовых, художественная энциклопедия классического зарубежного искусства и самый последний диск – это подарок любителям кино. Называется он «Киномания-97». Это энциклопедия советского кино, рассказывающая об истории российского и советского кино с самого начала своего появления на свет и до сегодняшних дней. Недавно электронное издательство Com.info участвовало на международной выставке мультимедиа-программ в Каннах «Мили-97». И очень показательным в этом смысле является сравнение ситуации на зарубежном рынке мультимедийных программ и ситуации с этими же программами здесь, в России. Если раньше можно было на российском рынке продать практически любой продукт, только благодаря тому, что он был на русском языке, то теперь пользователь стал более разборчив и уже более придирчиво относится не только к упаковке продукта, к тому, насколько красочно он выполнен, но и к содержанию. Ну, это радует. Спасибо.